Переведено и озвучено по заказу кинопортала turkcinema.tv. Я отомстил за нас. Адиль в страданиях проведет остаток своей жизни. Теперь ты можешь спать спокойно. Наши дела в Турции окончены. Готовьтесь. Мы уезжаем. Куда мы поедем? Дочка, мы вас так срочно привезли. Добро пожаловать, сынок. Лейла, я же сказал, что у меня нет времени. Зачем вы привезли сюда доктора? Я попросил ее приехать. Отец, я должен переодеться и ехать. Я поговорю с доктором в более удобное время. Джаид. Госпожа доктор, давайте я отвезу вас. Нет, сынок, не увози. Прошу, проходите в комнату. Пулат придет к вам. Должен захотеть сам господин Пулат. Иначе мне бессмысленно находиться тут. Если хотите вылечиться, то позвольте мне помочь. Я буду ждать вас.
Сынок, почему ты упрямишься и не лечишься? Отец, что случилось, то случилось. Я пережил очень много страданий. Что может быть еще хуже? Откуда ты знаешь? Каждый человек думает, что его боль самая сильная. Отец, сынок, как ты упорствуешь в своем мнении, так и я стою на своем. Сиамские близнецы, которые рождаются прилипшими к друг другу, тоже жалуются Создателю на свои нестерпимые страдания. Один мудрец им сказал, чтобы они благодарили Всевышнего, бывает и хуже. Близнецы рассмеялись и сказали, что может быть хуже нашего состояния. Прошло некоторое время. Один из близнецов, проснувшись утром, увидел, что второй умер. Он очень расстроился и понял, что может быть еще хуже. Мало того, что он не может похоронить самого близкого человека, так еще и вынужден до конца дней носить его на своей спине. Ты даже в таком состоянии меня не пожалеешь, да? Я впервые громко заговорил о своей боли, а ты не позволяешь. Нафис, я не понимаю, это моя судьба, что ли? Смотри, и еще один неудачник пришел. Не обижайся, дорогой. Я как лакмусовая бумажка. Поэтому злись на себя, не на бумагу. Господин Мете, я пришел к вам не разговаривать. Вы отвезете меня к председателю? Ты сначала расскажи, откуда ты сбежал и как сбежал. Они отвели меня и Акива к какому-то непонятному врачу. Айнура была рядом с нами. Как только я встал на ноги, я сразу сбежал. Браво! Ты видишь, Нафис? Он умудрился сбежать. Господин Мете, председатель ждет меня. А тебе не стыдно ехать к нему с пустыми руками? К тому же у тебя был шанс поймать Айнуру и Акифа. Прыгай, я отвезу тебя куда захочешь. Ты прыгай, я сама доеду. Господин Пулат. Для того, чтобы лечение было успешным, вы должны хотеть его. И самое главное, должны верить. Госпожа доктор, у меня нет веры в это лечение, и нет к вам претензий. Как я могу вас убедить? Вы должны показать мне чудо. Я не знаю, что вы подразумеваете под чудом, но некоторые из моих больных верят, что вместе мы сотворили чудо. Вы знаете, чем мне приходится заниматься, госпожа доктор? Если расскажете, то моя работа вас выслушать, господин Пулат.
Я должен добраться до психопата, который нарисовал это. Я вас слушаю. Как вы поможете мне? Нарисовавший это перенес тяжелую травму. Возможно, потерял глаз. Он пытается отомстить за это другим людям. Или, по крайней мере, мечтает. Что-то подобное мне может рассказать даже Элиф. Скорее всего, он бывший военный. У него проблемы с утверждением авторитета, на это указывает резкость линии. Он воспринимает только силу и видит ее единственным способом решить проблему. Госпожа доктор, от всего этого мне нет пользы. Есть одна татуировка, которую этот человек сделал себе и своим людям. Что это значит? Это означает семью. По-своему, они создали семью. Это попытка создания личности. Если вы действительно хотите создать чудо, то скажите мне, как я могу найти этого человека? Найдите фигуру отца, авторитет, который собирает эту семью. У людей такого типа бывает фигура отца, которую он уважает и ценит. Он ассоциирует с этой фигурой все, чем он дорожит. Единственное в жизни, от чего он не может отказаться, это человек. Как вы можете быть так уверены? Вы тоже не хотели заходить в эту комнату. Я думаю, что если не отец умер, которого вы считаете отцом, то вы бы сюда так и не зашли. Я выполнил просьбу отца, потому что его люблю и ценю его мнение, а не потому что он авторитет. Я не думаю, что он способен кого-то любить. Настоящие психопаты ничего не чувствуют. Рисунок показывает, что этот человек полон ненависти. Значит, у него есть чувства. Как ненависть чувства, так и любовь чувства. А раз есть те, кого он ненавидит, значит, должны быть те, кого он любит. Ты видел документ, связанный с назначениями? Айбарс вычеркнул людей, которых мы написали. Я видел. Кто-то его наставляет. Если бы Айбарс сделал это по собственной инициативе, то вычеркнул бы и со списка всех. Значит, кто-то говорит ему соблюдать равновесие и не привлекать лишнего внимания. Он встречался со шерифом Римзи. Что ты мне еще рассказываешь? Он действует по их указке. Я думаю, это не все, господин. Думаешь, что кто-то из Совета работает против нас? Не думаю. Я уверен. Очень плохо, что вы изменили правила и позволили членам Совета узнать друг друга. Бабюр и Фарук очень сильно изучают наши планы. Скоро они свои проблемы начнут обсуждать друг с другом. Какая разница, Римзи? Разве в наше время сложно связаться друг с другом? Я продемонстрировал силу и свою веру в Совет. Этого хватило, чтобы отвлечь их. Хорошо, а что вы собираетесь делать дальше? Пока еще не все закончилось. Я дам еще одну возможность Совету, чтобы подчиниться мне. Если они опять будут противостоять, я всех по одному уничтожу. Спасибо, Джаид.
Скорее всего, он бывший военный, у него проблемы с утверждением авторитета. На это указывает резкость линии. Он не знает, что лучше умереть, чем не выполнить приказ. Найдите фигуру отца. Единственное в жизни, от чего он не может отказаться, этот человек. У меня нет с тобой проблем, Полат Алимдар. Отдай мне Адиля, и я уйду так же, как и пришел. Джаид, приготовь машину. Хорошо, брат. Абдульхей, как состояние господина Адиля? Он в состоянии говорить? Я еду на встречу с господином Эшрефом. Пусть никуда не уходит до моего возвращения. Айнура, открой дверь. Айнура, открой дверь. Айдар. 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 Внутри есть два человека, бывшие члены спецкоманды. Вы должны поймать их. Как прикажете, господин? Айдар. Айнура. 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 Айдар, нападение. Что происходит? Чего вам не сидится спокойно? Я тебя прикрою, иди в мою сторону. Мы должны отсюда уходить.
Зачем уходить? Давай отстреливаться. Акиф, ты нездоров. Их очень много. У нас нет шанса. Где Хайдар? Акиф. Это Хайдар нас сдал. Он работает на Сен-Джере. Нафис. Ах, Нафис. Говорят, что противоположности притягиваются. Ты всегда притягиваешь таких же растяп, как и сам. Акиф, сзади! Господин, мы упустили их. Каково состояние господина Адиля, господин Эшреф? Пока еще есть угроза для жизни. Не волнуйся, Пулат. Господин Адиль перенес многое, и это перенесет. Не знаю, но мне сложно пережить. Как мы могли совершить такую ошибку? Я больше переживаю за то, как мы сможем вернуть совет в свое подчинение, когда господин Адиль в таком состоянии. Господин Эшреф, встреться с Ходжо и скажи, что после этого инициатива у Полата Алимдара. Я обеспечу собрание совета без Сен-Джера, и ты и Ходжа объясните им ситуацию. Они не согласятся на такое собрание, Полат. Я обеспечу их согласие. Как? Сен-Джер сделал большое дело, вернув Пайраза в Турцию. Но вместе с этим совершил большую ошибку. Я сделаю так, что члены Совета узнают о предательстве Сен-Джера и Пойраза. Что у нас о местонахождении Пойраза? Я хочу у вас кое-что спросить по этому поводу. Я думаю, что татуировка у Пойраза и его команды носит какой-то смысл. Нет смысла никакого, Полат Алимдар. У Пойраза был командир, который его воспитал. Он работал на совет. Странный был тип. Эта татуировка осталась в память Пойразу о командире. Вы знаете, как мне добраться до этого командира? Если ты читал дело, то, наверное, заметил, что командир умер. Смерть командира в автокатастрофе и увольнение Пойраза пришло на одно время. Я не верю в такие случайности, господин Эшреф.
Брат, Сен-Джер. Он пришел, чтобы помешать нам уйти. Ну пусть попробует. Посмотрим, сможет ли. Ты решил уехать, не сообщив мне. Правда, что уезжаю, но я не собирался скрывать это от вас. Ты не уедешь. Я сделал то, зачем вы меня привезли. У меня нет причин оставаться здесь. Я привез тебя, чтобы ты убил господина Адиля. А господин Адиль до сих пор жив. Какая разница, жив он после этого или мертв? Проблема не в жизни господина Адиля, а в том, что ты не выполнил мой приказ так, как я просил. Я не думал, что вы будете воспринимать как угрозу слепого человека. Не говори мне, что ты там думал, Пойрас. Я хочу, чтобы ты выполнял приказы, а не думал. Если ваш приказ убить слепого человека, то я вам для этого не нужен. В твоем подчинении есть тысячи человек, которые смогут сделать это. Есть другое задание, которое ты должен выполнить. Если ты выполнишь его, я дам тебе самую большую награду в жизни. Вы и так дали мне самую большую награду. Вы помогли мне отомстить. Ты ошибаешься. Единственное, что тебя удержит здесь, находится в моих руках. Командир. Ты не соскучился по отцу Расиму? Господин Сен-Джер, я понял, что ты сильный. Но это уже чересчур. Я тебе не нужен, если ты можешь воскресить моего командира. Расим жив, Пойрас. У тебя есть последнее задание. После этого я позволю тебе уехать куда захочешь вместе со своим командиром. Войди. Что такое, Метин? Тебя совсем замучили? Усталость не проблема, господин. Но их просьбы не прекращаются. Насчет какой темы ты больше всего переживаешь, господин? Вопрос защиты родного языка и управления регионом. Они хотят свои отряды самозащиты, а сейчас появилась проблема финансирования организации. Ты кое-что забыл, но я скажу. Организация начала управлять Северной Сирией. Я думаю, что организация использует это в тактических целях. Их цель не разоружиться и не отойти к границе. Они хотят нас отвлечь, пока в Сирии и Ираке не решатся проблемы. Я тоже это знаю. У организации есть тактика, а у нас, думаешь, нет? Если мы разрешим проблему курдов, то самое серьезное препятствие на пути к мировому правлению будет преодолено. Даже если организация не разрушится, я заставлю всех поверить, что общественность стремится к миру. Я заберу самый большой способ пропаганды из рук организации, господин. Я от лица государства даю обещания многим людям. Я встречался с бизнесменами, которыми вы управляете. Я сказал, что государство их поддержит, и никаких проблем не возникнет. Если процесс остановится, то пострадает много людей. Общественность потеряет доверие к государству.
Поэтому мы как-нибудь должны спасти народ региона от жизни под тенью оружия. У Турции, которая не может обеспечить внутренний мир, нет шансов стать мировой державой. Здравствуй, Айбарс. Здравствуй, господин Эшреф. Господин Эшреф, а что здесь делает Полат Алемдар? Вы должны были устроить мне встречу с господином Адилем. Ты же знаешь Пойраза, генерал? Пойраз гниет в узбекских тюрьмах. Я пришел вместо господина Адиля, потому что Пойраз тяжело ранил господина Адиля. Каким образом Пойраз смог вернуться в Турцию? Перестань, генерал, ты знаешь как. Господин Сен-Джер. Сен-Джер рискнул всем. Он привез Пойраза, чтобы уничтожить нас. Ты смог поговорить с господином Бабюром? Пока еще нет. Заместитель следит за каждым моим шагом. Я чего только не делал, чтобы избавиться от слежки. Ты должен встретиться как можно скорее. Как бы не сомневался господин Бабюр, нелегко убедить людей в его подчинении. Расскажи ему о Пойразе и его поступках. Скажи, что в Совете не только ему угрожает опасность. Мы должны собрать совет и рассказать о поступках Сен-Джера. Айбарс, ты должен быть очень осторожным. На тебя совершат покушение. Вы за меня не переживайте. Я приму нужные меры. Вы смогли поймать Пойраза? Я думаю, что сможем поймать с вашей помощью. Как? Подготовивший Пойраза Расим Туфан. В деле написано, что он погиб в аварии, но я думаю, что он жив. Вы знаете что-нибудь насчет этого? Вы правы, командир не погиб в автокатастрофе. Это была подстроенная авария. Но я не знаю, жив ли он и где живет. Почему я не знаю об этом, Айбарс? Господин Эшреф, вы в то время служили в Египте. Авария была подстроена по просьбе господина Сен-Джера. Как я могу найти майора? Есть один путь, но он почти невозможен. Соберись уже, Акиф. Все готовы и ждут брата Полата. Ты до сих пор меня обвиняешь, да? Не обвиняю. Думаю, что ты дал слабину, потому что был ранен. Иначе Акиф, которого я знаю, не позволил бы сбежать предателю. Я убил человека со своей командой. Убить второго я не в состоянии. Ты не знал, что человек, в которого ты стрелял, это Тимирхан. Это не одно и то же. Помнишь, когда брат Пулат был в больнице, пришел Тальха? Я хотел его убить, думая, что он предатель. Ты помешала мне. Я уверена, что Хайдар предатель. Я тоже был уверен, что Тальха предатель. Войди. Раз вы лично пришли вместо Окана, значит, можно думать, что узнали важные сведения по поводу упавшего самолета, господин начальник. Есть важная информация, господин, но я пришел вместо Окана не поэтому. Что за информация? Человек, который попал в аварию с госпожой Узлем, через некоторое время попал в тюрьму по обвинению в другом преступлении. Я хочу его лично допросить по поводу аварии.
К сожалению, это невозможно, господин. Вчера ночью его нашли мертвым в камере. Подготовлен отчет, что он совершил самоубийство. Но в отчете есть нестыковки. Это дело команды, которая участвовала в нападении самолета. Найденная нами информация указывает, что да, господин. Айбарс, это уже чересчур. Что значит привезти Пойраза в Турцию? Председатель перешел черту. Господин, это еще не все. Пойраз тяжело ранил господина Адиля. Господин Адиль лишился власти. Естественно, что председатель хочет его уничтожить. Господин Пойраз не пытался убить господина Адиля. Он выколол ему глаза. Абдульхей, шеф не пришел? У брата есть дела, связанные с советом. Мы разберемся с другими вопросами. Есть здание архива, где прячут особые сведения. Оно хорошо охраняется. Мы должны взять там некоторую информацию, чтобы поймать Пойраза. Ух ты. Ну ладно, архив. У меня аллергия, я начинаю кашлять. А у меня начинает чесаться кора. Ничего не поделать. Ты, я и Эркан пойдем и достанем эту информацию. Абдульхей, ты заметил, что Эркан похож на твоего пропавшего брата? Кара, Джаид и так давит на меня по этому поводу. Не хочу еще и с тобой разбираться. Я сейчас шуток не понимаю. Я не потому сказал, Абдульхей. Вот ты представь, что я, ты и Эркан встанем рядом друг с другом. Посмотри на наш типаж. Если мы проголодаемся и постучим в какую-то дверь, хозяева от страха закроют ее перед нашим носом. Я же правду говорю, не вру. Хайдара ранили много дней назад, когда он пытался спасти Акифа. Что это за предательство? Он, находясь с нами, сливал информацию господину Сенджеру. Я его лично поймала. Раз ты его поймала, он лишил тебя сознания, а почему не убил? Не знаю. Спросите у предателя, когда найдем его. Шамиль, Альптекин, свяжитесь с господином Эшрефом. Вы будете защищать председателя. Тальха, Фатма. Вы поговорите с членами совета, которых раньше охраняли, и передадите сообщение брата Полата. Брат, а мы? Вы поедете с нами. У вас неплохой типаж. Может, надо было побриться? Разве мы не побрились, брат? Не знаю, мне просто не по себе. Мы же к отцу идем, в конце концов.
Брат, господин Сен-Жер тебе так сказал, но я ему не доверяю. Если бы отец не умер, то обязательно пошел бы за вами и не оставил бы вас. Послушай, а может и отцу сказали, что мы погибли? Иначе бы отец нас не бросил. Он бы обрушил эту тюрьму на их головы. И правда обрушил бы. Что такое? Я не отрезал, но если отец увидит, точно отрежет твою руку. Брат, а ты сделай татуировку и спаси меня. Сколько минут прошло, командир? Еще 2 минуты не вышло. Ты здесь нашел себе подчиненного, да? Ты где ходишь? Я уже 15 лет занимаюсь этими слизняками. А может, скажешь добро пожаловать, как дела? Пусть не вытаскивает голову из воды, пока не пройдет 2 минуты. Каким образом ты приехал в Турцию? Отец, ты знал, в каком положении мы были? Разве есть такие вещи, которых твой отец не знает? Лучше скажи, как ты вышел. Меня вытащил господин Сен-Жер. Черт бы его побрал. Это он помешал мне вытащить вас. Вы там, в тюрьме, а я здесь. Если я выйду на улицу, меня убьют. Чего смотрите? Берите, чистите. Убери руки. Ты что, в оружии понимаешь-то? Парень убил ради тебя 1000 человек. Когда ты будешь считать его человеком? Когда научится задерживать дыхание больше, чем на 2 минуты. Ладно. Давайте поговорим, как будем убивать Адиле. Я уже уладил это дело. Уладил? Как уладил? Выколол ему оба глаза, чтобы он не смотрел больше на тебя. Ты кто такой, чтобы мстить за меня? У меня еще руки-ноги целы. Отец, я думал, что ты умер. Разве я могу умереть, не отомстив мой раз? Отец, господин Сен-Жер мне так сказал. Да накажет Аллах Сен-Жера. Его легкие привыкли к воде. Теперь точно выдержит 4 минуты. Как твоя рана, Хайдар? Хорошо, господин. Теперь ты будешь рядом со мной. Получишь награду за проявленную самоотверженность.
А сейчас занимайся своим здоровьем. Потом у нас будет много дел. Господин, я должен вам кое-что рассказать. Акиф мог убить меня, но он засомневался и не выстрелил. Твои товарищи хорошо обученные кадры. Благодаря тебе мы покажем им верную дорогу. Мы вернем спецкоманду в ее прежнее состояние. Господин, я могу высказать вам свое мнение насчет спецкоманды? Конечно, Мете. Господин, они теперь на стороне Полата Алимдара. А нам нужны такие товарищи, как Хайдар, преданные своей клятве. А что ты думаешь за тех, кто нарушил клятву, Мете? Если вы имеете в виду генерала Айбарса, то я готов убрать его по вашему приказу, господин. Если он внезапно исчезнет, то это привлечет внимание. Бабюр не оставит это дело. Я понял, господин. Не переживайте. Генерал Айбарс пьет много кофе. Это кофе будет истощать его изо дня в день. Господин, Пойрас действует довольно независимо. Он делает то, что ему вздумается. Он не делает ничего того, что я не знаю, Мете, будь спокоен. Я должен знать ваши приказы, чтобы контролировать Пойраса. Его возвращение в Турцию обеспокоило государство. Беспокойство — это хорошо, Мете. Оно взбадривает людей. Каждый будет следить за своими шагами. Отец, я договорился с господином Сенджером. Я сделаю для него еще пару дел, и он позволит нам с тобой выехать из Турции. Я столько лет боролся не для того, чтобы покинуть родину Пойрас. Я отвезу тебя на родину предков, отец. В Среднюю Азию. И что от тебя хочет Сенджер? Выполнение всяких мелких дел, отец. Не доверяй Сенджеру. У Сенджера нет с нами проблем. Если я сделаю то, что он просит, он сам захочет, чтобы мы уехали, а не оставались здесь. Я пришла измерить вам давление, командир, но если у вас посетители, я зайду позже. Идемте, госпожа Нариман, они не чужие. Это мои неблагодарные дети. Очень приятно познакомиться. Я не знала, что у вас есть дети. Они были за границей очень долгое время. Только вернулись. А может, они приехали забрать вас? Здесь без вас будет скучно. У вас нормальное давление, командир. Большое спасибо. Всего хорошего, всего хорошего. Я никуда не поеду, бросив родину, Пойрас. Не расстраивайся, отец. Соберем цветы и землю и возьмем с собой. Не болтай всякую чушь. Я вас всему научил, только женскому вопросу не смог научить. Но и этому обучу. В заднюю сторону проехала подозрительная машина. Посмотрите, что там. Ты
Ничего серьезного, молодежь развлекается. Сейчас я их отправлю. Молодежь, продолжайте в другом месте. Хорошо, извините. Разобрались с охранниками и готовы войти. Заходите, дорогой, заходите. Вам не нужно ждать. Если понадобимся, сообщите. В чем дело, Кара? Ты уже пенсионером записался? Брат, теперь нужно оставлять работу молодым, а самим вмешиваться, когда им будет сложно. Эркан, давай и мы пойдем. Кара прав. Они уже давно вошли. Не нужно идти и нарушать их планы. Эркан, не нервируй меня. Мы взяли тебя, чтобы ты слушался, а не чтобы учил нас. Я тебя поддерживаю, не заставляй меня сожалеть. Эркан, ты не расстраивайся. Абдульхей переживает, потому что придется отчитываться перед шефом. Брат, ты успокойся. Мы не проболтаемся. Полат Алемдару не скажем, да, Эркан? Ну как, девушка была красива? Довольно-таки да. Акиф, какова ситуация? Мы идем в помещение, где хранятся документы. Хватит, Абдульхей, не отвлекай парня от работы. Молодец, сынок, молодец, так и продолжайте. Акиф, будьте осторожны. На верхнем этаже много охраны. Не переживай, брат. Ваша моральная поддержка нам помогает. Кара, я беспокоюсь. Да ладно тебе, послушай меня. Мы же здесь в порядке. Я так и не понял, расскажи еще раз. Но что тут непонятного? Я взял и бросил внутрь. Бросил, но...
Номер серии тут. На этой полке. А в Дурхи приехала новая команда. Акиф. Ты слышишь меня? Приехала новая команда для смены дежурства. Акиф. Конечно, ты на ребят давил, вот они и отключились. Да что ты говоришь, Кара? Ребята остались одни внутри. А если бы мы вместе были там, то всех бы нас загнали в ловушку. Хорошо, что мы остались здесь. Пошли, пошли. Акиф, снаружи что-то происходит, поторопись. Брат, что происходит? Приехала новая команда для смены караула. Мы отстреливаемся, вы нашли дело. Пока еще нет, выходите. Еще немного, подождите, я сказал выходите, Акиф. Пока не найду, не выйду. Кара, Акиф не нашел дело и не хочет выходить. Мы должны еще немного их отвлечь. Я нашла. Здесь. Быстрее. Отходим назад в помещение. Что будем делать? Они уходят в здание. Что делать? Заходить. Мы нашли дело и выходим с задней стороны. Уходим, Акиф взял дело и садится в машину. Ходжа, вы же знаете, что своим приходом мы подвергаем большому риску и себя, и вас. Значит, вы понимаете, что произошли вещи, которые требуют риска, и поэтому пришли ко мне, господин Фарук. Ходжа, вы совершили ошибку. Вы вышли из совета, хотя я вас неоднократно предупреждал. С вашим уходом господин Сен-Жер поднялся на высшую ступень. Нет смысла обсуждать прошлое, господин Бабюр. Я позвал вас, чтобы обсудить, что мы можем сделать сейчас. Давайте поговорим, Ходжа. Что вы думаете? Я хочу, чтобы к нам присоединились еще два человека. Пригласим их, и так начнем разговор.
Ты нашел предателя, которого искал Полат Алимдар? Я думаю, что мы все знаем, кто предатель. Ходжа, я вас уважаю, но не собираюсь принимать участие в таком заговоре. Теперь ты не можешь быть нейтральным, господин Бабюр. Или ты займешь место в нашем заговоре, или в заговоре Сен-Джера и империалистов. Выбирать тебе. Полат Алимдар, я не люблю тех, кто говорит с пафосом. Господин Бабюр, я бы не стал говорить, если бы не знал. Что же ты знаешь? Знаю, что Сен-Джер пытается вновь бросить армию в подчинение НАТО. Знаю, что вы очень обеспокоены по этому поводу. Знаю, что Сен-Джер приказал убить наших ученых, которые погибли в авиакатастрофе. Знаю, что господину Фаруку начали мешать, так как он расследует это дело. Господа, все это делается, чтобы разрушить наш последний десятилетний труд. Господин Бабюр, господин Фарук, эти вопросы нужно обсудить. Садитесь, пожалуйста. Допустим, мы поверили в ваши слова. И что будем делать? Мы что, передадим все наши полномочия тебе, Полат Алимдар? Нет. Вы используете свои полномочия, чтобы убрать предателя. Полат Алимдар, у Совета не останется уважения и значимости, если мы каждый месяц будем менять председателя. Вы правы, господин Фарук. Но Сен-Джер нас разыграл. И если будет идти таким ходом, не останется ни совета, ни его членов. Если убедите других членов, я присоединюсь к любому собранию, которое вы организуете. Но у меня есть одно условие, Полат Алимдар. Ты примешь и выполнишь любое решение, которое вынесет совет. Я оценю существование совета намного больше, чем вы думаете. Можете быть уверены, что я буду выполнять все принятые советом решения после того, как вы уберете Сен-Джера. Господа, с двумя членами совета собрание не делается. Нужно убедить господина Римзи, господина Эдхема и господина Закира. Пока мы здесь сидим, другие члены совета уже начали убеждаться. Фатма, ты понимаешь, что говоришь? Господин, убить Лализар нам приказал лично господин Сен-Джер. Разве ты не знала, к чему может привести это убийство? Почему не сообщила мне перед тем, как начать операцию? Господин приказал сам председатель. Как я могла возразить приказу? Ходжа, у меня сейчас важная встреча, я вам попозже перезвоню. Я знаю, господин Закир. Те, кто послал к вам Фатму, сейчас у меня. Мы обсуждаем ситуацию с господином Фаруком и господином Бабюром. Ходжа, правда ли то, что я услышал? К сожалению, вы услышали лишь часть правды. Есть более важные вести. С другими членами связались, молодой человек. Да, господин. Это сложное дело. Председатель вышел из-под контроля. Нужно что-то делать по этому поводу. Это точно. Только я не знаю, что можно сделать. Господин Эшреф и Полат Алимдар хотят собрать совет, чтобы свергнуть председателя. Передай Полату Алимдару, что я приду на собрание, если согласятся другие члены совета. Алло. Алло. Айрас.
Где вы ходите? Он меня совсем замучил. Что говорит брат Пойрас? Хорошо. Ты что здесь делаешь? Убираюсь? Ты что, новенький? Почему я тебя раньше не видел? Я сегодня начал. Разве можно так полы мыть? Везде мокро. А если кто-нибудь подскользнется и упадет? Как там майор, хорошо? Хорошо, хорошо. Он молодец. Передавал вам привет. Знаю я его приветы. Ладно. Твое дело в Турции закончится быстрее, чем мы думали. Полат Алемдар пытается собрать совет, чтобы свергнуть меня. Ремзи, как член совета, присоединится к собранию. Они скрывают место и время собрания. И не скажут его до последнего момента. Когда Ремзи сообщит о месте собрания, я хочу, чтобы ты напал на них и убил всех членов совета. Я выполню ваше желание, господин Сен-Жер, но это будет последнее дело. После этого я заберу майора и уеду. Если ты справишься с этим делом, то твое последующее пребывание в Турции создаст мне проблемы. Этот командир внутри, шеф. Рядом с ним человек Пойраза. В таком случае Пойраз скоро придет. Верно. Саваш разговаривал по телефону, они придут. Кара, чтобы в этот раз Пойраз не сбежал от нас, понятно? О, внутри Абдульхей. Артист. Стоит там и кривляется. Джаид, не создавай проблем. Я не могу выдержать Абдульхей. Он такой же, как ты и я. Разве он мог убить Мемати? Убийца Мемати Сен-Жер. Если убийца Сен-Жер, то он исполнитель. Какой еще исполнитель, Джаид? Муки совести замучили его. Его обманули. Брат Пойраз приехал. Что ты делаешь, Абдульхей? Собираешься напасть на дом престарелых? Будем ждать, когда они выйдут. Да накажет тебя Аллах, Саваш. Пусть Аллах накажет и того, кто привел тебя. Что случилось? Что с тобой? Он меня перекормил. У меня живот раздуло и болит. Айрас. Дай отцу подарок, чтобы у него поднялось настроение. Отец, ты, наверное, соскучился по такой обуви. Качественный товар. Оставь.
Мы уходим отсюда. Нельзя. Отец, Айраш же сказал, что мы возьмем с собой медсестру. Ты уже выполнил приказ Сенджера? Завтра выполню. В таком случае, зачем мне сейчас уходить? Сначала сделай дело, потом придешь. Мы заберем тебя отсюда. А завтра выедем за границу, как только уладим дело. А как же медсестра? Обещаю, что ее возьмем, отец. Хорошо, пойдемте. Надеюсь, вы не ночуете в злачных местах. Моя голова. Что случилось, господин Салих? Кто-то ударил повара по голове и запер в комнате. Точно сделал господин Джунейд. Вечно ему еда не нравилась, то соленая, то пересоленная, то кофе без сахара. Отец, в чем дело? Пока ты не появился, здесь был дом покоя. С твоим приходом не осталось ни покоя, ни дома. Айрас, проконтролируй-ка улицу. Я взбешен. Господин Салих, отведите повара в больничную палату. Идем. Почему они до сих пор не вышли? Кара, в здании есть другой выход. На машине больше ниоткуда не уехать, только отсюда. Джаид, возьми Эркана и идите назад, чтобы они не вышли сзади. Улат Алемдар ждет на улице. Но если Полат Алемдар пришел в дом престарелых, значит, должен поцеловать руку старикам. Посмотрим, насколько он уважает старших. Кара, они все поняли. Будьте осторожны. Пожар, что ли, сынок? Дядя, что ты здесь делаешь? Полат Алемдар, сделаешь еще шаг, и все старики умрут. Отпусти их, возьми меня, это мое дело. Объясни это старикам. Отойдите, иначе всех убью. Хорошо.
Ты узнаешь, какая самая хорошая сторона пожилого возраста, Пайрас. Видеть удивленных молодых, когда вытаскиваешь оружие, это делает меня молодым. Эркан? Эркан. Он жив. Абдульхей, давай отвезем его в больницу. Держи. Отец, стой, что ты делаешь? Ты убьешь Айраза. Уходим, отец. Где Саваш? Брат. Саваша убили. Отец. Отец, ты в порядке? Отец. Да накажет Аллах этого Сен-Джера. Читает молитву. أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. Нафис, сегодня у отца поминки, да? Почему ты не напомнил мне? Сейчас мама опять нас поругает. Господин, ваш отец умер в августе. Вы же потели на похоронах. Бесстыжий. Я не вспотел. Я плакал. Это с тебя лил пот. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة اللهم صل على سيدنا الحمد لله رب العالمين إياك نعبد Allah rahmet eylesin. Amin Hafız Efendi. Amin. Amin. Hafiz. Nafis. Hafız Efendi'yi geçirin. Проводи господина Хафиза. Как прикажете, мамочка. Buyurun. Прошу. Çekinme. Не стесняйся, сынок, спрашивай. Что я должен спросить, мамочка? Ты, наверное, спросил у Нафиса, когда пришел, да? Спросил, что у отца сегодня поминки, да? И узнал, что не сегодня, да?
Что ты говоришь, мамочка? Разве я могу забыть этот день? У меня глаза слезами наполняются, когда на календаре август. Мы потеряли отца в июле, сынок. Июль, август, поэтому я не люблю лето. Летние месяцы напоминают мне, что я сирота. Мы сейчас кому читали Коран, Мете? Раз вы заказали читать Коран, то, наверное, очень важному человеку. Я любила его как сына. Я не вспоминала о тебе, когда он был рядом. А ты не спросила, кто его убил? Может, я убил? Пусть Аллах накажет того, кто убил Мете. Он выстрелил не только в него, но и в меня. Частичка моей души умерла вместе с сыном. Мама, надеюсь, ты и мне оставила частичку, да? Я 24 часа живу под угрозой смерти. Будь хорошим сыном. Слушайся меня. Получи молитву матери. Тогда тебя не только пуля, даже мрамор не возьмет. Господин Полат, наши маленькие операции принесли пользу. Мы сделаем последнюю серьезную операцию, и вы избавитесь от проблем с внешностью. Я сейчас не могу лечь под нож, господин доктор. Но хочу уже избавиться от этой маски. Есть один метод. Я могу помочь вам опустить бороду. Я рад, что вы выжили. Эшреф сказал, что ты пытаешься собрать совет. Большинство членов уже узнали о предательстве Сенджера. Полат Алемдар. Члены совета пережили со мной сильное разочарование. Они не смогут выполнять свои функции, если разочаруются и в Сенджере. Если мы не уберем Сенджера, совета не будет. Сенджер превратит страну и регион в кровавое озеро. Сенджер в любом случае узнает об этом собрании. Господин Адиль, я принял все меры. Вы оставьте мне проблему Сенджера. Мы должны думать, как вы исправите вред, который Сенджер нанес вашим проектам. Ты устрани Сенджера, а потом решим, что будем делать дальше. О чем думаешь, Томбик? Даже не знаю, о чем думать. Думаю, чтобы выбрать и об этом подумать.
Дай немного мыслей мне, чтобы я смог облегчить твой груз. Я думаю о матери, о работе. О тебе. Мама была очень рада твоему прощению. Я тоже очень рад. А что мне осталось делать, Пулат? Неизвестно ведь было, сколько она еще проживет. Не говори так, Лейла. Ты просто не выдержала, когда увидела мать. Легко злиться, когда ее не было рядом. Ты прав. Пулат, я хочу вернуться на работу. Дорогая, потерпи еще немного. Если бы я знала, что эти дни закончатся, но ведь постоянно что-то случается. Немного осталось, Лейла. Меня успокаивает, что отец, мать, ты и Элиф здесь в безопасности. Дай мне еще немного времени. Все это закончится. Я сдержал слово, дорогой. Саваш, смотри хорошо за нашим отцом на той стороне. Спи спокойно, отец. Я не буду спать, пока не отомщу. Я сделаю с Пулатом Алемдаром еще хуже, чем с Адилем. Я поговорил со всеми членами совета. Вы всех убедили собраться? Ходжа, всех, кроме господина Эдхэма. Мы не получили от него ответа. Я убедил господина Эдхэма, но члены совета сомневаются в безопасности собрания. Ходжа, Пулат придумал великолепный план, чтобы обеспечить безопасность. Вы можете гарантировать членам совета полную безопасность по этому поводу. Пулат Алемдар, я тебе доверяю, но буду спокоен, если узнаю твой план. Прошу, вставьте.
Ходжа, члены совета по одному будут привезены в это помещение. Под зданием есть тайное помещение. Оно состоит из длинного туннеля. Там будет собрание. Есть еще один туннель, который ведет из помещения к морю. Если будет нападение, там поставим вертолет и катер, чтобы вывести членов совета. Лично я и моя команда будем там, чтобы обеспечить безопасность собрания. Соболезную, Пойрас. Я пришел к вам требовать не утешения, а Пулата Алемдара. Что ты дашь мне, если я выдам тебе Пулата Алемдара, Пойрас? Я могу отдать вам даже душу, господин Сен-Джер. Если я не получу Пулата Алемдара, то уничтожу любого, кто встанет на моем пути. Любого. Ты мне угрожаешь? Я жду, что вы поймете мою боль от потери отца, господин Сен-Джер. Единственный способ унять эту боль — отомстить за моего отца. Это отведет тебя к Пулату. Пулат с моими врагами хочет собраться тайно от меня. На одном из этих людей будет жучок. На этом экране ты увидишь, где они соберутся. На каком из ваших людей будет жучок? Кто должен остаться в живых? Никто, Пойрас. Все, кто пойдет на собрание, должны погибнуть.
Я знаю, что вы нарушили тысячелетнее правило своим приходом. Но это единственный метод удержать ваш совет, которому 2000 лет. Это жизненно важно для будущего нашего государства и народа, для существования и работы совета. Некоторые из вас могут сомневаться в том, что я уважаю и ценю совет. Поэтому я хочу кое-что сказать перед тем, как вы начнете собрание. Каким бы ни было ваше решение, которое вы здесь примете, я и моя команда выполним его. Господа, если позволите, я начну. Слушаю, господин Фарук. Я не видел столько событий, которые произошли в последнее время с тех пор, как вошел в Совет. Причина, по которой все эти события произошли в последнее время, по-моему, понятна. Мы некоторое время начали действовать по плану, который бы позволил нам стать мировой державой. Это мышление начало угрожать нашим внутренним и внешним врагам. Поэтому они начали действовать, чтобы вернуть нас в прежний формат, который они для нас выбрали. Господин Фарук, мы пришли сюда обсудить нашу ситуацию или будущее председателя. Спросим у того, кто организовал собрание. Как вы все знаете, не так давно мы лишили полномочий господина Адиля, и на его место выбрали господина Сенджера. Я больше всех вас участвовал в этом деле. Я не понимая того, стал участником заговора. Поэтому я и взял на себя ответственность и попытался собрать вас здесь, чтобы исправить совершенную ошибку. Господин Эшреф, мы уже один раз поверили вам и убрали господина Адиля с должности. А сейчас вы преподносите нам похожие идеи для выбора нового председателя. К тому же, этот председатель говорит, что вы предатель. Вы можете доказать свои слова? У нашей стратегии становления мировой державой есть 7 столпов. Каждый из вас занят одним из критериев. Какой из этих критериев был выполнен по решению Совета в эпоху господина Сенджера? Господин Бабюр, вы отвечаете за создание сильной и независимой армии. В Совете было обсуждение изменения стратегии по этому поводу. При Совете не обсуждалось изменение стратегии. Это и основная проблема. Подготовленные нами кадры для создания независимой и сильной армии были ликвидированы господином Сенджером. Откуда вы знаете, что эта ликвидация была произведена не внешними силами, а руками председателя? Если вы просмотрите этот список, составленный председателем без решения Совета и моего согласия, то поймете, что я хочу сказать.
Сигнал замер в мертвой точке. Место здесь. Сэр. Езжай. Один из членов спецкоманды, который охранял меня, вчера пришел и сказал, что председатель приказал убить Лализар. И что она лично совершила это покушение. Для чего председателю саботировать процесс развития и приказывать совершать убийство, если он хочет развивать отношения? Это не единственное убийство, заказанное господином Сен-Джером. Господин Сен-Джер приказал убить и Ходжу, который принимал большое участие в наших региональных проектах и практически лично претворял их в жизнь. Ходжа был ранен в ходе покушения, но выжил благодаря лечению. Вы все привлекли внимание к важным точкам своих полномочий. А я не заметил никаких изменений в экономическом и финансовом плане. Потому что экономика – самый последний столб дела. Господин Сен-Джер умен и не станет рубить сук, на котором сидит. Если экономика упадет, то его влияние опустится до минимума. Товарищи, мы уже достаточно обсудили ситуацию. По-моему, пришло время начать голосование. Есть еще один вопрос, который мы должны обсудить перед началом голосования. Как мы выберем нового председателя, если уберем господина Сен-Джера? Я должен задать этот вопрос, потому что правила перевернуты с ног на голову. Что будет с господином Адилем? К сожалению, господин Адиль потерял оба глаза при нападении. То есть он не сможет снова к нам присоединиться? К сожалению, не сможет. Я встречался с ним сегодня. У него нет такого желания. Он просил передать вам, что доверяет совету и верит, что мы примем самое верное решение. Я не сомневаюсь в хороших намерениях господина Адиля, но так как все это произошло в его эпоху, думаю, что он не очень хорошо выполнял обязанности председателя. Поэтому для совета и его членов будет лучше его отсутствие. Только этого недостаточно. Я присоединяюсь к господину Бабюру в этом вопросе. Сегодня мы должны принять решение не только насчет господина Сен-Джера. Господин, что это? Конверты, в которых приглашения для новых членов совета. Не понял, господин. К сожалению, все члены совета покончили с собой, Мите.
Кто исполнит приказ? Ну, раз нас здесь собрал Полат Алимдар, да еще и сказал, что примет любое наше решение, значит, ему придется выполнить приказ. Полат Алимдар, твоя самоотверженность во имя будущего совета не забудется. Ваш совет смог принять решение? Да. Я передаю тебе наше решение от имени совета. Председатель лишен полномочия. Мы передаем тебе почетную обязанность выполнить приказ за большое участие в этом процессе. Я принимаю ваше решение и сделаю все, чтобы выполнить его. Но не только господин Сен-Жер лишен своих полномочий. Господин Адиль до сих пор жив, несмотря на то, что он тоже лишен своих полномочий. Ты казнишь их обоих. Переведено и озвучено по заказу кинопортала turksinema.tv.